Живописная осень располагает ульяновцев отправиться на тихую охоту. Уже с начала сентября в социальных сетях начали появляться корзинки с собранными вешенками, опятами и груздями. Однако опытные грибники успели отметить – сезон не слишком богат на урожай. Дары золотого времени года любят влагу. А в этом году дождями погода не баловала. От этого с походами по грибы пришлось повременить. В Ульяновской области объявлен 4-й уровень пожарной опасности. Главное управление МЧС России по Ульяновской области обращается к населению. Избегайте разжигания костров, не бросайте непотушенные окурки. Также привести к пожару. Может бесконтрольное сжигание травы и мусора. В региональном департаменте лесного хозяйства также пояснили, до 15 октября действуют ограничения на пребывание людей в лесах. Дата предварительная, все будет зависеть от погоды. Мера принята прежде всего для безопасности ульяновцев, а потому специалисты призывают не пренебрегать ей, а свободное время можно выделить на продумывание мест для тихой охоты. На территории Ульяновской области таких мест с ограничениями, прям чтобы уж строго запрещено было собирать грибы, нет. Вот, в принципе, можно собирать по всей территории области. Ну, традиционные наши грибные места — это Старая Майна, Ульяновск и, значит, там Кузоватова. После снятия ограничений ведомство призывает гостей леса уважать природу. Не мусорить, не разводить костры в густых зарослях, хвойном молодняке под низко свисающими кронами деревьев и вблизи сельхозкультур. Тогда сбор осеннего лакомства будет не только полезным занятием, но и приятным. А грибники смогут в полной мере ощутить все прелести осеннего леса в его первозданной красоте. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.